серия задерживается из-за супер долгих каток. Очередь команды сил ну, тьмы тем будет героя. Интереснее. Но у нас тем временем не менее интересная игра. Это Rebels против Team Spirit, где, как мы увидели, произойти может абсолютно все что угодно. Да, это точно. Как, да, мы видели, как осталось человек может нафармить 30 тысяч, а потом погибнуть 3 раза подряд за 4 минуты. Я бы даже так сказать, нафармить 30 тысяч, поставить рекорд по ГПМу, по нафармленному золоту на героя и проиграть игру через 2 минуты после этого. Так и есть. Это... Это неповторимо. Ну и, собственно, Rebels попытаются сейчас отыграться, потому что пока что у них 2 очка. Они там сыграли в ничью с ВП. Они проигрывают Спиритом. Им нужно обязательно цепляться за очко, отбирать очко у Спиритов. Ну а Спирит нужно тоже набирать очки, потому что у них пока что поражение, которое явно их не устраивает. Ну, вообще, как вот Спирит, на твой взгляд, пришли в себя? Да, они начали наконец-то использовать простые стратегии. В данном случае стратегия называется очень просто «Ауры и жир». В очередной раз вот они берут First Pick Doom, понимая, что это полная имба, если игра заходит там на 30-40 минуту игры, где он одного героя попросту вырубает и вслед за этим круто бафает свою команду. Поэтому на месте Rebels нужно думать о том, как Team Spirit взрывать и вообще ни в коем случае не махаться, потому что аура Дума, аура минус армора Слардара уже делают свое дело. Ну и вот он, первый взрывник, Тинкер. Осталось 10 секунд. Да, он, кстати, герой крутой. Если вот не считать наличие Дума, то ты можешь не позволять бить вражескому кэрри, который будет у Team Spirit, и тем самым полностью заткнув его. Вслед за этим Тинкер, он может вообще не пока... Тинкера можно попросту не найти в драке, из-за чего он будет уничтожать кого угодно. Но слишком рано его взяли, по-моему, слишком рано. Могли взять пятым пиком. А сейчас Team Spirit прекрасно понимают, против кого им нужно играть. Им нужно срочно взять себе... Ну, они взяли Bounty Hunter, я хотел сказать вообще про какую-то Enigma и любых героев, которые могут рубить леса. Ну, там, Enigma, Batrider, Beastmaster — это, наверное, 3 самых крутых охотника за Тинкером. Вот сейчас хрен его знает. Я вот вижу Bounty Hunter, и мне интересно, секунд. Что вообще это будет. Зачем он здесь? Осталось 5. Кого да, он будет убивать? Это хороший вопрос, кого, против кого он взят. Может быть, какую-то наглость пересекать с фармом, там, Найтсталкера или снова. Да, может быть, он будет разгонять милишников, потому что по треками там почти у всех будет 522, если нажать на барабаны. А может быть, зачем-то еще. Может быть, это будет Bounty Hunter тоже вот с Октарином, Дагоном 5, что там еще собирает ему, Линзу некоторые берут. Ну, в общем, будет стоять и издалека пулькать. Странные, вообще странные пики, вот особенно снизу. Вообще, я даже не знаю, кого они сейчас могут взять. Джеки Рос. Джеки Рос, Дум, Слардар. Ну, во-первых, я так понимаю, Дум уже 100%. Вообще, не понятно даже, кто куда идет. То есть, Керри может быть Джакира. Керри может быть Слардар. Могут поставить Дума в оффлейн и взять себе другого персонажа. Тут загадка. Загадку, которую надо разгадать. Например, мне Сларк нравится. Осталось 5 секунд. Идеален. Ну, против Rebels. Его здесь Темпла нечем ловить, но решили взять темпларочку. Она тоже хороша, хотя Сларк был в разы круче. Какая-то минус арморная комбо получается. Слардар-Темпларка. Да, Габлак понял, что если мы будем выигрывать в доту, то, во-первых, нужно брать минус арморы и ауры, которые будут лейтгейм нам обеспечивать. А во-вторых, нужно брать жир. Вот жирный Слардар, жирный Дум, все это хэппованное, одевается в барабаны, пайби, меки идет на тебя. И дальше не так много героев, которые способны это убивать почти сразу. Ну еще и Лидан ему показал, так как бы в прошлой игре в концовке, что... Станом можно выиграть игру. Просто 4 раза свапнул, застанил с ХГ. Это да. Смотрелось как... Можно реально сделать хайлайт. Там, если кому-то не лень, можете сделать хайлайт, гифку какую-нибудь. Как просто умирают 4 героя. И они умирают абсолютно одинаково. Да. Прям по сценарию. Как,
как, знаешь, как на скотобойне, вот просто идет. Ну да, такие, ОМГ, Вингас с Аганимом. Бах, бах. Бах, и все поумирали по одному, как будто они первый раз в жизни осталось вообще на Винге увидели Аганим. Я по-другому объяснить не могу то, что происходило. А потом но убили временем... Вингу и от иллюзии. Еще. Да, но тем временем Ребел забирает себе Джиггернаута. Дай бог ему здоровья, чтобы он тут не погиб за две тычки там, от темпларки. Вот. Но с другой стороны, кстати, он может прыгнуть с блинка, там, может быть, кого-то убить со мной слэш, а потом убежать на вертушке. Это, естественно, тоже вариант, но мне вот снизу пик нравится больше. Он по мясистее. Он по лайтовее. Он поопаснее. Ну, все же, Джаггер. Да, тут как... просто даешь дум на Тинкера, Джаггернаут потом прыгает по этим толстякам, и Габелла. Префракшн лучше. Ну да. Идеальный. Идеальный расклад. Осталось 10 секунд. Ну, да. Может быть, получится, но, блин, слишком жадно осталось все для Rebels. Вот обычно таких героев, когда у тебя есть Тинкер, которому нужны травела, вслед за Тинкером есть Фурион, которому тоже желательно что-то там подфармить, да и Джиггернаут не прочь какую-нибудь манту Батлфури для себя вынести. И когда есть Баунти Хантер, он вешает треки на всех, и под этими треками ты слишком сильно сноуболишься. Блин. Габлак прямо, я чувствую, вспотел, пока пикал это. Ну, осталось теперь только во время игры вспотеть. Но очки-то нужно. Нужны. Кстати, вот заметь то, что теперь они пикают с Лавтара. Вот. Я знаю эту логику, когда тебя убивают в мясо, там с Лавтаром или кем-то еще, ты думаешь, а дай-ка я его сам возьму. И танкуют, станчик есть. Лейтгейм нам обеспечен. Вот. Будет чем заправить всех. Чем заправить? Минус арморами. Заправление минус арморами. Ну это в разы лучше Вайда, потому что Войт, вот, который был у них, он там что-то врывался, ставил их на сферу на одного. И Габлак такой на это посмотрел и думает, да ну его нафиг. Нафиг мне Войт со сферой по одному герою, если есть Лордар, и он делает то же самое, но при этом он еще вешает и минус армор. А станчик у него откулдаунивается довольно-таки быстро. 8 секунд. Ну и вот теперь Слардар в моде. Так, ну давай пробежимся по героям. Фанник будет у нас играть на Думе или Дан на Слардаре, Олвиз Он Флай на Джакира, Габлак на Баунти Хантере и Айсберг на Темпларке. И в свою очередь Rebels, которые могут поставить мировой рекорд, а после этого все пойти за там 2 минуты погибнуть, играют на Найтсталкере, где будет исполнять ванскор, след за этим сюда забирает Кэрри Джиггернаута, Митрим будет суппортить на Вичдокторе, ТМВ, он же Крейзи, медовый Тинкер и Шачло на Фурионе. Ох, да, тяжело. Аудитория Доты существенно выросла с 2012-2013 года, но Крейзи обрел очередную порцию фанатов новых. Олежка, да, Олежка, мы его называем Олежкой. Вот. Олежка. Да. Если кто-то там бегает, умирает, умирал во вражеской команде, ну там, допустим, ты играешь с каким-то кланваром, там есть пацан, который дохнет, допустим, 3 раза подряд, там, минуте на 51, мы его называли его местная Олежка, потому что Крейзи, он славится своими коронными мувами. Мы комментировали с Джемом, когда Nvidia Cup, как раз Rebels там играли, и они его в итоге выиграли, по-моему, и там, когда мы зашли в лобби, игроки Rebels что-то обсуждали, какое-то видео со своими оппонентами, оказалось, что это видео про Морфа и Крейзи, я его даже, по-моему, запостил в Твиттере тогда, это было, я не знаю, неделю где-то назад, там, в общем, Крейзи на Морфе пытается убить тир-2 вышку под бэкдор защитой, она убивает ему 2 иллюзии, а потом убивает его, и так у нее остается 5 хп. Такое тоже было, да. Ну вот, Олег. Это реально неординарный игрок. В принципе, в том, чтобы умереть от тир-2 вышки в лейте, ну, как бы это много ума не надо. Не, да, но вы попробуйте поставить мировой рекорд. Но при этом слиться, это еще жестче. То есть, одно дело, когда просто там кто-то закидывает, а когда кто-то делает какую-то фееричную какую-то штуку, а потом закидывает. Это, да, это неповторимо. Так, Габлак пошел. Куда пошел Габлак? Габлак пошел разваживать. Нет, он пока что помогает Думу.
Помахаться с Ванскором — это, конечно, святое дело. Ты Bounty Hunter, это Найтсталкер, у него 7 армора. У него высший реген, поэтому нужно с этим завязывать. И Габлаку будут рады на центре. Где, кстати, Тинкер, которого можно опустить. Да, подмять его можно неплохо. Тут пошли у нас прямо со всех сторон. С одной стороны Шачло на своем фурионе выводит крипов. Там какая-то у него пачка просто... Просто жесть. Смотри, сейчас очень интересный момент, потому что круто стоит центря со стороны Rebels. Вот смотри, поставил габлак в центре, и он сейчас не догоняет. Где же стоит вражеская? Где же стоит вражеская? И самое смешное, что эта центри, она по-прежнему палит два основных подхода. Это вот сверху и по речке. Габлак в результате чего вынужден уйти. Одну сверху он поставил, чтобы сбить вот здесь вот. Ну да-да-да, а сверху ему здесь ничего не светит. Он вот сюда придет, посмотрит на Найтсталкера, также на Вичдоктора, скажет им привет, медведь. Единственное достижение, которое у него здесь есть, это заблочить кэмп. Вот это вот. Все, это единственное, чем он здесь может быть полезен. Так. Да. Ну, собственно, что он и сделал. Да, но это немного. Это, я бы сказал, даже мало. Теперь вопрос, куда... Что... А, он, кстати, не заблочил даже. О боже мой, Артур, пощади. Ты знаешь, вот если раньше можно было сказать, что так, нападение на Фаника, и Фанику больно, вешает Маледикт, и, скорее всего, Фаник здесь приплыл. Хотя неплохо на развороте он пробивает Седова, но Ванскор переигрывает вышку, и Седой живой. Так вот, если бы в 2013 году это, ну, можно сказать, ошибка, потому что там нельзя было нажать на кнопочку Alt и увидеть вот эти очертания, то в 2016 году Габлак заработал ачивку. Да, возможно, он жестко. Даже об этой кнопочке и не знает. Это как рассказы, в которые я до сих пор не верю, про то, что тренер Ехоум, их менеджер, не знал про то, что существует дотабаф. Да. 2016 год, китайский тренер не знает о дотабафе. И он стату обо всех командах записывает к себе в книжечку. Забавно, да? Забавно. Вот Габлак, он, видимо, так же, как этот тренер. Так, ну ладно. В общем, он побегал. Так, на данный момент Тинкер самый успешный герой закрытых квалификаций. Можно его поздравить, потому что вот у нас тут буквально закрылась игра. Закончилась, где играли, по-моему, Empire против No Digity. И там тоже был Тинкер. Polarity. Polarity. И там тоже были No Digity. Естественно, решили попробовать поиграть против него в лейте. Но так получилось, что Тинкер в лейте один из самых сильных героев. И он уничтожил. Да, там даже вели в какой-то момент. Да, ну как сказал Дред, без медасиков, вот даже Дред уже согласен с тем, что медасики нужны, и медасики эти никто не купил. В итоге их деньгами кто-то и задавили. На Удигите. О, это тот самый, та самая аркана на Тинкере. Сейчас машинки выйдут. Аркана? Выйдут. Ну, вот эти вот машинки, которые бегают. Есть аркана? И другие. Да. Ну или это как-то полуаркана, ну в общем... Смотри, он даже один вард поставил на нем. На Тинкере? Да. С ума сойти. Прилетает Ванскор на мид, заправляет Тинкера батлом, и теперь можно куда-то еще идти. Так, Габлак, где Габлак? Ага, Габлак теперь вот здесь вот. Нашел место, он пошел пулить своих крипов, в то время как Джакира со Слардаром пушат вышку сверху. Так, нападение тем временем на Айсберга. Положили на него Маледикт. Хорошие каски залетают. Очень много дэмэджа. Все, Айсберг в таверне. 2-0. Rebels. Хорошо играют. Замесили второй раз уже. Это... Я даже уже не вспомню, на коме был первый килл сделан. Так, и нападение на Шачло. Шачло, ой-ой-ой, как ему здесь остается. Да, тоже да, приехал. Прекрасная работа от Always on the Fly. Спрятался за елочкой, а потом... Фрёна удивил. Найс пасом. Да, ну вот очередная схема, где мы играем 3-1-1. Дум фармит свой лес и изредка появляется на линии. Кстати, вот First Blood сделали на нем сверху. Втроем. Вслед за этим в миде фармит Темпларочка. И даже Bounty Hunter фармит Ancient'ов. Потому что в миде по-прежнему стоит центря, и он ничего не может сделать. Вообще ничего. Находит Фрёна. И
Интересное вообще движение от Rebels, что они все пришли-то все? Не, я не знаю, ну как-то ты прям задайвить, загангать хотят. Видимо, да. Нет, просто отходят. Так, Габлак пошел наверх. Сентрю бы взять и все-таки продолжать убивать, ну, стараться напрягать Тинкера, пока все еще есть шанс. Можно подобное сделать. Но вот он пулит. Пулит крипов, выходят все на руну. В это время можно взять экспу в центре. Ох! Классная игра. В очередной раз нас ожидает. Не, Габлаку надо было взять вингу, потому что винга была бы в сотни раз полезнее вот, ну, этого БХ. Она и в лете была бы пожестче, свапала бы тинкеров и бафла свою команду ауры и минус арморы. Там с аганимчиком она нормально раздает, но пока пусть будет так. Да, что-то как-то не выходит у него. Крайне мало импакта вносит. Ну, посмотрим, может быть, еще где-то внесет свою лепту. А тут продолжается на миде стояние, Найтсталкер прикрывает Тинкера, но это не нужно. Ну, я расскажу, как играет Алоха на БХ, кстати, вот довольно-таки сильный БХ, если брать вот, пример 5-го инта, где он довольно-таки много линий для своего центровика выигрывал. Там было все очень просто. Приходит БХ в мид, ставит в центре. Так, снизу тем временем нашли Слардар, и Слардар погиб. Слардар здесь никуда не денется, далеко он забежал. И, кстати, Маледикт первого уровня захиливается флажочкой, поэтому, скорее всего, он выживет. Да, выживает. Да, тут еще и шлемик его регенит. Так вот, приходит БХ в мид, ставит в центре. Убивает вражескую в центре. Если ставит в центре в ответ, он приходит, ставит еще в центре. Потом еще. И вот сейчас, казалось бы, хочется забрать Тинкера, но марш уже третьего уровня, при этом есть лазер, поэтому Тинкер здесь стоит и вообще не парится. По какому-либо поводу. Нужен плюс один, чтобы забрать. Плюс один выехал, Джакира в позиции. Имеется айспав, но крипы заходят под вышку. Поэтому ему ничего не светит. И Асберг пошел на стаки. За мной должок. По ДД прекрасно расправляется. Подходит ванскор, чтобы забрать экспу. Понимает, что темпларочкой он ничего не сделает. А ну, тоже... экспу за эншентов уже не дают вроде. Ну, я просто не знаю, о чем он стоит здесь, если не дают. Ну... Не, дают. Дают? Получает, да, получает. Он почти четвертый левел для себя взял. Значит, шарит. Шарит. Да. Ну, нормально постоял тогда. В свое время не давали за них экспу, возможно, это как-то изменили. Я уже даже, честно говоря, не скажу, в каком из многомиллиардных этих патчей. Ну и что у нас по прошествию 8 минут, 3600 у Джаггернаута. Джаггера мы как-то вообще не видим, седой там фармит, и ему нормально, как, в общем-то, и Дума, у Фанника тоже все неплохо. Все внимание на миде исключительно, все здесь тусовки, 3400 темпларка, 2800 тинкер. Тинкер чуть отстает, но для него, в общем-то, все неплохо. И Лидан фармит после армлета свой блинк, наверное. Да? Армлетик. Вышку подпушивают, заставляют возвращаться Фурина назад. Фурин, в свою очередь, вот сказал, вот помнишь, там была Энигма, которая старалась фармить эту точку, но там ей не хватало рейнджа. Здесь же Фурин с этим справляется на ура. Он стоит, вызывает пеньков, убивает древних, потом еще может подфармить вот этот кэмп. Ну а после этого летит на базу и сейчас будет запускать ультимейт. Нужно постараться завалить пушеров снизу. Да, тут Джакира знатно поджигает. Пошел Слардар, ускоряется. Айспасы не достают до Фуриона, ну и вышка снизу падает. Без особых шансов каких-то. Да, еще приятно то, что Лоус Вон Офлай заблаговременно закинул айспав. Понималось то, что и пеньками можно вышку забрать. Там как ни крути, у них на четверых там 100 с лишним дамага. Ну, шанс есть, да. Тут сыграл надежно. Слардар перетянулся в смоках. Хочет кого-то найти. Здесь Митрим, который очень аккуратно прячется за елкой. Но или Дан обходит его прямо жестко обходит. Сюда же перетягивается у нас Габлак в инвизе. Габлак увидел Джаггернаута. Ой, сейчас Джаггернаут может не поздоровиться, если он поймает Дум. Здесь целых три героя. Пошел спринт. Дум. Нет, успевает увернуться седой и уходит. Вроде не того. Вот. ВД можно завалить, а Джаггер, он если пряморуки, то успеет прожать Блейд Фьюри. И смог ганг провалился. Ну, только если он там с Думом будет стоять рядышком, Дум типа внезапно на него кастанет свой Дум, но такого не получилось в этот раз. Да, Джаггер хорошо отыграл. Что у Ванскора? У Ванскора транквил тапочки. Пятый левел, здесь у Крейзи. Восьмой, ну почти девятый, и Тревела не за горами. Продолжает фармить своими машинками. Довольно бодро получается.
Есть уже первый у него реарм. Джакира находит Шачло, и он об инвизе не догадывается. Уже вылетает Слардар Макропира, Айс Пас, закрывать самого себя, или Слардара, самого себя, или Слардара, топорик. Или просто убежать. Вау. Вот так вот просто. На топорик, но у него Виндлейс, у него фейзы, у него там мувспид очень жесткий под прожатыми фейзами. Его тяжело, конечно, забирать. Ну да, нас не догонит. Тем временем сверху Габлак вот сейчас хочет попробовать с Думом провести успешный замес. Может это получиться, если дать Дума, потом Дженада. Ну и там под замедлением почти любому герою конец. И так получается, что Фанник в харде, благодаря тому, что Габлак вот здесь вот его охраняет, он стоит на фрифарме. И Джаггер вынужден сместиться в лес. Шестой левел наконец-то БХ получает. А в лесу не так-то круто, потому что здесь как бы и Тинкер не прочь в этом лесу пофармить, и Ван Скотт здесь бегает, у которого топорик, то есть есть очередь для того, чтобы занять фарм, поэтому ребятки нажали смоки и пошли атаковать. Время у Неслэша. Могут выйти на айсберг и ждут, когда он пойдет на руну. Ждут и дожидаются айсберга. Айсберг ничего не видит, пошел врыв. Не, у Неслэша не будет, просто Десвард и Сайленс забирают его. Темпларка там успела забрать руну волшебства, но это все не особо имеет значение. Хороший выход. Замечательное решение. Пока вот суппорты команды Rebels отыгрывают. Они, по крайней мере, свою задачу выполняют. То есть, что в прошлой игре они создали огромный спейс для алхимика, но Олежка, как всегда, зацарил. Что сейчас они... Ну, как минимум, мы видим, что Джаггернаут и Тинкер... Они фармят, и все у них отлично. Снизу. Шачло. В очередной раз убегает. Подходит сюда Крейзи. Так, первая партия ракет. Дальше сюда бежит Ванскор. Ракеты летят. Можно зацепить Олвес Ван Офлай, если... Не решился поворачивать в лес. О, а Флай-то. Флай остался. Он решает отступить. Живет. На всякий. Ну все, у Тинкера сейчас тревела, как бы пободрее пойдет игра у команды Rebels. Это первый шаг, скажем так, в их стратегии. Теперь пушить вышки значительно тяжелее станет. Хотя есть Джакира, который поджигает Эвара, но за все время удалось только одну вышку спушить. Этого, конечно, очень мало. Джакира маленький левел, он выходит в Veil of Discord для магического раскаста, но этого всего вряд ли ему хватит. Пока смотрю, что может вообще произойти. Прям какая-то лютая дота опять. Снизу нападение сейчас будет на Джакира. Он дает айспас, попадает в Тинкера и уходит. Да, можно было бы пустить ультимейт, это был гарантированный фраг. Но пожалел. Шачло не совсем понятно почему, потому что особо ультимейт ему здесь вроде как не нужен. И сейчас уже у самого Шачло могут быть проблемы. Находит его Баунти Хантер, рядышком Слардар. Блинка нет, вот в этот момент ты думаешь, а так ли нужен армлет первым артефактом, если с тем же блинком Илья бы уже, наверное, совершил 2 или 3 инициации? Да, хороший вопрос, с другой стороны был бы послабее, ну вообще он зафармил армлет и сразу пошел куда-то гангать, в такой ситуации да. Выход на Фаника, Фаник вызывает пеньков, Фаник пытается сделать телепорт, ну куда же ты отсюда денешься? Ну, пора бы уже прогонять Дума, потому что... Да, потому что Дум на этой линии, кстати, Дум все еще живет, находит его ванскор, но все равно разобрали. Дум на этой линии стоял уже, чтобы не соврать, минуты 4 и прифармил. Здесь не было вообще никого. Вот, наконец-то Фаннику уделили внимание и его забрали. Правда, резкая ответочка на Седого в центре. Седой побежал за айсбергом. Дасты у Найсталкера есть. Айсберга, естественно, не отпустит. Есть Омнислэш, но Седой прыгает по крипам, хотя айсберга также зацепил. И это -2. Да, там 4 из 6, по-моему, попало. Забирают. Слардар все еще без блинка не может ворваться. Не совсем понятно, что здесь хотели сделать с Седым, потому что, ну, вроде нападали на него втроем. Когда я переключил, у него были фловые хп, он сам на развороте месил темпларку. Ну да, я бы сказал, что без Дума и без Слардара, у которого все еще нет блинка, они не могут как-то забрать его до Blade Fury. А когда он уже кастует и Blade Fury, и тот же Omnislash, он, скорее всего, сам кого-то забирает. Бездумно напали на Джиггернаута. Blade Fury, Battle Fury готова у Джиггернаута, и сейчас он пойдет фармить вообще со скоростью
нереальный, и остановить его будет тяжело, плюс фармить Тинкер. И Тинкер, интересно, вот у него такая дота, он вроде бы фармит много, но он постоянно подключается к своим тиммейтам делать какие-то агрессивные вылазки. По-прежнему непонятно, что делает Баунти Хантер, и у него очень все. Так, нападение на айсберга, касочки. Не отлетают касочки, ну, нужно да. было сразу в него кидать. Да. Ну, пока Габлак выбирает меньше из двух зол. Раз уж Rebels везде ставят свои сентри, раз уж они не дают подойти, то, наверное, самое оптимальное — это бегать и стакать эншентов, ну, хоть какой-то буст для той же темпларочки. Айсберг пока мы видим то, что топ-1. Так, Лидан в смоках, у него есть блинк, блинк не видели. Пошел врыв на Джакира, Джакира уходит, уходит на фонтан. Здесь подцепили ванскора, ванскора врываются, ванскора месяц здесь всей деревни, минус ванскор. Пошли машинки. Ну, ввязываться не нужно, дабл дэмэдж, вы потеряли одного уже. И, да, правильное решение принимают Rebels, они просто отсюда уходят. А вот и трек-киллы подъехали, плюс 800 голды. Неплохо, пошли касочки. Неужели будут врываться? Митрим получает трек. Айсберг идет за Митримом. Дэмэджа будет очень много, с двух ударов. Джиггернаут не успевает скастовать Омнислэш, получает на себя трек, получает на себя дум, никуда не уходит. Минус, также минус шачло, ну, жестко закидывают сейчас. Ну, все, они сломались. Тут еще находит Элитан Крейзи, дает ему минус армор, хорошенько прогревает с руки, и Rebels, по-моему, вообще не понимает, что им нужно делать, потому что пока они драться не способны. Тинкер, Тревела, не боец. Он боец только если он закинет марши. Естественно, эти марши побегут, но Спирт прекрасно держит позиционку. Они ждут, пока марши закончатся, Тинкер куда-то улетит, и пока его нет, они в это время идут в атаку. Ну, он не может, как Тинкер, вот от который мы видели сегодня до этого, кидать там практически нон-стоп эти марши. Кто у нас играл? Каипи, по-моему, да? Там против B7. Power Rangers. Не, он может, но ему нужен хотя бы блинк, чтобы можно было спрятаться в лесах, потому что иначе его видят и моментально нейтрализируют. Так, минус вышка, Седой получает айспас. Что, опять на развороте пойдут? Да, плюс если у того Тинкера в команде был Клокверк, который вырывался, который стягивал на себя всю команду, и в это время Тинкер начинал раздавать всем, в этой команде у него Фурион, который как бы никуда не врывается, у него 1000 хп, если он побежит вперед, то он умрет там за 2000. Ой-ой-ой, Тинкер, ошибается Тинкер. Олежка, Тинкеру сейчас будет Олежка, плохо. Олежка получает минус армор, лазер. Ну, Лидан абсолютно один. Срочно лазер, там уже подходят остальные ребятки, стараются улететь. Улетает. Башню сил света на нижней линии. И 7000 голды за Team Spirit. Это при том, что все еще стоит Рошан, которого они в одну секунду забирают. Ну, это потом. Из-за того, что очень много трек-киллов отдали. Хоть и трек первого левела, но все равно там умерли практически впятером, не забрав никого. Отдали вышку. Там разом экономика обвалилась. А Bounty Hunter уже, в свою очередь, забирает себе 8-й левел. И жмут. 11-й будет страшно. Да, и жмут смог, ребятки. Сейчас бы им самое главное не войти в драку 5 на 5, иначе их там распополамит. Уж слишком серьезное преимущество Team Spirit. Найдут Дума. День. Ночь. Фанику убегает. Земля. До свидания, Ванскор. Айспас от Джакира. Ну и вот как бы Тинкер кидает свои марши, да, это хорошо, но сейчас ему придется улетать, а в это время Team Spirit пойдут и, может быть, даже найдут кого-то. Решили пойти наверх. Да, просто никуда не торопится. Контратаки никакой не получилось у Rebels. И чувствуют себя вполне довольными, ждут каких-то своих кулдаунов, может быть. На ту же макропиру, там вот уже почти откатило. Что-то дофармит себе темпларка. БКБ у нее, кстати, не за горами. Уже есть дизоль и блинк. Так, и что? Нет, нет, ничего больше не покупает, но я думаю, БКБ будет. И из БКБ ее здесь остановить будет очень тяжело. Габлак. Ставит вард, видит Крейзи. Крейзи немножко рискует, но аккуратно сыграл. Лишнего риска избежал. Джакира просто плюнет аккуратненько в тавр. Да, плюет в тавр, чтобы тавр потерял немножко хп. Один плевок, минус 300 хп. И вот так вот буквально за несколько заходов Джакира может убить вышку. Да, при этом еще можно сходить взять руну, можно взять даже две руны, если что, допустим, свои леса зайти пофармить. Но пока Team Spirit стоят и топчутся на месте, им нужно идти. Скан забросили в свой лес, знают, где враги, но идут на Крейзи. И Крейзи ошиб...
Нет, я это к чему веду? К тому, что вышка падает снизу, вообще никто ее не защищает, и нужно либо идти Рошана, либо выгонять Фурионы из своего леса. Это, наверное, самое адекватное, что можно здесь сделать. Крейзи прямо на грани, но сейчас развел неплохо. Несколько раз чуть не попался, но время достаточно много выиграли. Не могут никого подцепить, убегают все во все стороны, разводят, кайтят. Тинкер тем временем наверху, но попадаться нельзя. Темпларка в инвизе. Пошли машины. Очень хорошая позиция у Rebels. Джиггернаут пошел, но прыгает по всем, хотя неплохо заходит. Хорошие ракетки от Тинкера. Забирают двоих. Находят Баунти Хантера, есть ли просветка. Нету инвиза, Баунти Хантер погибает от Тинкера. Потрясающий развод. Великолепно. Поставили вардец. Все это время они их на варде видели, и Тинкер закидывал ракетами. Запускал те же марши. Потом решил почему-то Фаник пойти танковать. Вместе со своим дружаней на Джакира, и их быстро разобрали. При этом еще разбирают и Иллидана, который остался один. Подходит сюда-сюда, и Иллидану крышка. Живет, бам. Живет, живет. Последний тик, да, забирает его урны Найтсталкера, не успел переключить армлет. Вот когда ты хочешь войти в свой лес, лучше заходить не на эту горочку, это очень рискованно, здесь тебя можно быстренько убить, а лучше всего заходить либо вот с этой позиции, когда ты точно уверен, что вы будете на равных, вы заходите не на горочку, или хотя бы вот здесь. Здесь заходить побезопаснее. Их перестреляли. Да, их жестко. Еще и Иллидан зачем-то ворвался, пытался на кого-то разменяться, но в итоге погиб, и 6-9 становится. Да, уже поздно. Дум свой ультимейт не дал. Джакира тоже погибла. Зачем лезть, если можно подождать и потом попробовать еще одну атаку сделать? Ну. Вот, надо сейчас пойти. 7 раз Джакира, но не побеждал ни разу. Хорошая стата. Хорошая стата. Прям удивительные квалы, все играют на героях там в первый раз. Или все играют на героях, на которых не побеждали ни разу. Так ощущение, что в Доте просто миллиард героев. Ну да. Угу. Так, ну и теперь, ну, теперь наконец-то они. Теперь они наконец-то делают то, что нужно было делать с самого начала. Выходишь на Рошана, у тебя дезолятор на темпларке. Мейл также у нее присутствует, при этом минус армор на Слардаре. Желательно Слардару еще армет включить. И Рошан может быстро упасть, если бы его все били. А его бьет только двое. Ой-ой, там часть ушло. Тинкер кидает машинки, вгрызлись в Найтсталкера. Хорошие каски на развороте. Стерливич доктора. Какая остается боль. Ванскор. Ванскора догнали. Фаник его быстро завалил. Размен 2 в 0. Супер странный забег на Рошана от Rebels. Ну, такая безысходность. Так его и назовем. Забег в стиле безысходности. Ну да, зашли двумя суппортами. Один там вообще с одного удара умер. Что хотели сделать, непонятно. Могли бы просто и не бежать. Да, Тинкер выходит в Бладстоун потихонечку. У него уже есть поинт бустер. И не с горами остальные части. Такими темпами. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. У Фаника... У него есть Блэдмейл, есть барабаны. И вот теперь интересно, что он для себя возьмет. Это будет либо какой-нибудь лотарчик, может быть блинк, чтобы ловить тех же тинкеров, сокращать дистанцию. А в миди Ванскор. Ванскор в очередной раз стрял, его забрали. Остался Шачло. Шачло видит, подходит Габлак, вешает трек. И теперь Шачло никуда не убежит. Подходит сюда тинкер, но БКБшечка и самое время валить. Прыгает айсберг за Митримом. И Митрима он также убил. Прям как она наяривает. Да ты посмотри, идет под Т3, подходит сюда Дум. И Крейзи здесь приплыл. Тычка раз, тычка два. До свидания. Ну а минус 4. И сейчас здания будут падать очень быстро, потому что крипы как раз подошли, тинкера нету. Может быть, даже стоит ему подумать о том, чтобы байбекаться, потому что здания сейчас моментально у вас упадут. А дали бы вам скоро. Сдался вам этот Найтсталкер, он 9 уровня, его убили, вот он уже появился. Какая разница, блин, зачем остальным-то идти? Сейчас потеряют бараки. Да? Байбекать тинкер. До Бладстоуна теперь ему далеко. Очень далеко. Спирит отойдут. Ну, вот да, штраф, конечно, довольно быстро заканчивается на вот это вот, на уменьшенное получение голды, но все равно.
Так, ну вот теперь самое интересное то, что у Rebels возникает одна большая проблема. Им очень тяжело выигрывать драки 5 на 5, если плюс-минус и те, и другие нормально сражаются, а не как там, допустим, погибает Дом, Джакира и вообще ничего не успеет сделать. И второе это то, что не хватает фарма. Вот когда есть Тинкер, у него 4 агрессора, то он фармит всю карту и, как мы видели, вытаскивает. Когда есть и Тинкер, и Фурион, то фарм, получается, делится. И они, ну, как бы не до конца себя реализуют как герои. Вот. При этом, если брать те же замесы 5 на 5, например, КПД Фуриона и КПД Дума, то Дум лидирует в разы. Дум может просто вырубить Тинкера, при этом он бафает Тауры, он при этом невероятно толстый, пойдет вперед и готов питать вообще весь прокаст от Rebels. А Фурион, он дрищ. И, ну, его ветром сдувает. Вот смотришь на его билд, его реально сдувает ветром. А он еще купил Эмидас на 25-й. Да, тот самый. Но ну, ты понимаешь... изначально говорил, что надо как-то им сплитить больше, взрывать, но ни в коем случае не драться в 5 на 5. Ну да, потому что это суицид. У тебя нету таких... Во-первых, у тебя нет инициатора, который позволяет тебе прям вот ворваться. Писмастер, Шейкер, я не знаю. Да тот же Джакира, который кинет издалека спайф. У тебя есть какая-то касочка несчастная, которая кидает ВД, а ВД уже трясется. Ему страшно. Его там темпларка с двух ударов убивает под нолдом. И кто еще инициирует? Все. Инициация закончилась. Они не могут ворваться. Никак. Поэтому нужно фармить хиксы, чтобы можно было как-то вот затыкать темпларку до Blackwing Pyre. Ох, боюсь, здесь до хиксов далековато такими темпами. Очень. Да, очень долго. И вот то, что мы говорили в самом начале. Вот когда такая вата, когда всем нужно пофармить, Bounty Hunter отыгрывает, ну, вот после 6 уровня, не считая начала игры, он золотой герой. Потому что пока вы терпите, мы бегаем, делаем киллы, и вот нашли шачло. Тинкер, Фурион. Бежать. Тут один Джакира. Бежать. Но все равно бежать, как бы смешно не звучало, увалить. Ну, а тебе. Вот так, темпларочки. Объяснил. Джакира и ульчик бы. Да, неплохо, но он идет в аганим. Он хочет макропиру, которая будет лежать вечно. Там 30 секунд она, по-моему, лежит. Не, она лежит, но, честно говоря, беспонтовая. То есть не будут же люди в ней ставить, правильно? Ну да. Ну и, естественно, это работает либо в каких-то супер узких проходах, либо вот как раз с юльчиком поднял, зафиксировал и пошел жечь. Да. Так, у Иллидана проблема. Он здесь вот что-то ворвался один в троих, заехал в стройку. Ну вот уже лучше, уже Rebels начинает отыгрывать, стянули наверх большую часть команды Team Spirit, поэтому после этого Фурион с Тинкером быстро переместились на низ и Реданчика забрали. 1400 голды. Я вот удивлен, что Team Spirit не идут на ХГ, ну или хотя бы за Тавером, у них есть Aegis, у них есть преимущество, а они стоят, ждут. У них есть Джакира. Джакира подошел, плюнул, отошел. Вышка Т2 падает. Можно даже Т3 забрать, учитывая, что тут 600 хп осталось. Это где-то 3 плевка. Они как будто ждут подачки. От Rebels, а Rebels так просто не даются. Да, ну Rebels фармят спокойно. Скоро аганим на Найтсталкере, может быть что-то с этим получится у Rebels. Контроль карты станет лучше, нападать на них будет сложнее. Ну, о том-то и дело. Вы действительно хотите подобного ждать? Rebels, да. А вот Team Spirit тяжело сказать. Aegis, ребята, Aegis. Самое время нападать. Вейл в Дискорд, аганим. Эти артефакты сильны только в 5 на 5. Они не ловят, не гангуют и не помогают вам выживать. Айсберг 5000. Monkey King Bar? Ну, МКБ надо, да. Да, Monkey King Bar. Лучшее решение. Видит в итоге Иллидана во второй раз. Метрим его ждет. Осталось прилететь сюда в Фуриону. Смотри, пошел. Касочка, но в этот раз Иллидан на реакции отошел. Да, сюда никто даже и не летел. Ну, так... просто напугал. Реально Слардар мог на развороте ему убить его. Мог. Но он испугался. Потому что убить Вич-Доктора это не так уж и много. А потерять Слардара это очень неприятно. Так, вот она пошла Макропира. Вот теперь смотрим. Теперь понятно, зачем она нужна. Это... средство для пуша. Или для антипуша. Кладешь макропиру с аганимом. Желательно еще иметь Октарин, который режет КД. И эта макропира лежит 30 секунд.
А кулдаун у нее становится 45. Нормально. Летгейм твой. Можно было немножко пораньше, правда, положить. Офигеть, она, конечно, валяется. Так, Ванскор погиб. Нет, живет, живет касочки, но все равно Ванскор распополамили. Хорошо, залетает Сюдой, пробивает Иллидана, Иллидан бежит, и он без Аегиса. Дум на Сюдова, но Сюдой уже раскастовался, подходит сюда Крейзи. Крейзи дает хороший прокаст, при этом Фурион бьет Паника, Паника забирают. Великолепная игра от Rebels. И вопрос, где Тимпларка? Где Тимпларка? А, теперь там и Тимпларочка бежит, бежит. Вот и наша малышка. Который, кстати, закончился Аегис. Молодцы. Идеальный тайминг. Идеальный тайминг, да. Это ведь идеальный тайминг, когда драка закончилась, когда закончился Аегис. Ну, идеальный тайминг? Не важно, что темпларки в драке не было. Это мы идеальный отпустим. Тайминг, когда вы, да, вы идете драться именно в момент, когда закончился Аегис, и при этом у вас все еще нет своего кэрри. Вот это идеальный тайминг. То есть, Ванскор, понятно, его разобрали, в очередной раз Ванька забайтил, но, блин, это Найтсталкер под своей базой, слишком много риска, и наказали. Наказали. Играет в опасную доту. Так, ну и что у нас? Шачло подпушивает. Да, Ванскор-то таким образом не особо много потерял. Он сейчас все равно свой зафармит. А тиммейты его получили неплохо. Неплохой такой буст. Митрим там может уже в скором времени в Аганим выйдет. Это сильно. Шачло свой медасик реализует. Вот он уже... Да. Вогнал Слардара, который раз за разом умирает. Вот, уже 5 минут он и отработал. А сколько медас купается? 5 минут? А? Ну, это подсчеты, если не учитывать его атак спид. Потому что если учитывать его атак спид, а дает он 30 атак спида. Сейчас, если посчитать по артефактам, это либо 1.5 перчатки, либо где-то там 2/5. Сейчас я посчитаю. Ну, если не считать. Но если не считать, я уже не помню, потому что там были давно подсчеты, но фишка в том, что в этом патче, вообще в этой доте он сейчас окупается очень быстро. Там, потому что помимо экспы еще нужно считать, помимо голды нужно еще считать экспу, нужно считать то, что вот стоит крипт, его быстро убиваешь, а не снимаешь ему там 1000 с лишним хп, поэтому, ну, вот когда тинкер, медасик можно брать, потому что с этим героем игры быстрые не бывают вообще. Ну, плюс он тебе не даст фармить, он будет летать вот так вот по лайнам. Да? Ой-ой, тут опасная Айсберг. Ситуация у один, Айсберга. Один, и избивать ТП ему, правда, нечем, если нажмет БКБ. Нашли его, БКБ ТП аут. А БКБшечки-то нету, врывается сюда, сбивает рефракшн, и теперь самое время бить его с ульта. Хорошо, кстати, пробивают, ты смотри, как ему больно. А, бьет, выходит Дум. Больно, но недостаточно больно, не смогли забрать. И Тимпларк уже на развороте. Развели на БКБ. Сделать тэп-аут, но Митрима видно, хотя он все равно ушел. Ванскор у нас. Ванскор, не дыши. Не дыши! Воу. Вдох Ванскора. На фонтане, да, хорошо здесь смогли спастись. У них есть аганим на Найтсталкере, но врага-то его нет. Поэтому здорово сыграно. Темпларочку, конечно, не забрали, но развели на БКБ. Да, там ТПшки не было. ТП нельзя было сделать. Да? В этом была проблема. А Тингер потихоньку там с Бладстоуном подкушивает низ. И знатно пошла драка. Баунти Хантер забирает Фуриона. Они Doom здесь вдвоем. Есть. Тинкер летит, вот теперь можно врываться. Крейзи пошел, но Дастов, по-моему, нету. Да. Фуриона разобрали 1500 голды по трекам. Пойдет. Очень много золота. Там да, уже ну... второй трек, наверное. Да, так и есть. Ну, наверное, гем пора брать для Ванскора. Да, вообще, да. С Аганимом Найтсталкера самое то. Находят Митрима. Митрим может пострадать. Слардар. Митрим абсолютно один. Это еще один трек-килл. Это еще много голды. Это минус Рошан, потому что Фриона нет. И также нужен Вич-Доктор. А тут ДД, ой-ой-ой, сколько он сейчас упадет. Так, Рошану подняли там ХП, что-то армор. Да, вот. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Минус Рошан. Очень хороший пик для того, чтобы забирать Рошана. Падает моментально. Так, Тинкерочек у нас тем временем запушил линию, отступил. Но вот пока Тинкер вот так вот сплит-пушит, это неплохо. Слушай, у них такой двойной сплит-пуш Фурион Тинкер. Вообще можно да? творить.
жесткие вещи. Но только один фиг, если сейчас Rebels фиганут и Team Spirit зайдут на базу, то они эту базу в одно мгновение убьют, поэтому... Нужно играть аккуратно, нельзя ошибаться. Вообще нельзя ошибаться, да. Тут как бы это сложность небольшая. Ай-яй-яй. Айсберг не смог ударить, у него был дабл дэмэдж, мог очень жестко покарать. Гем вот наконец-то дофармил себе ванскор, это то, что нужно. Габлак бежит за ним, но это последний раз, когда Габлак вот так вот бежит. Селедка где-то рядом. Так, ну и что? Сейчас бы я бы не палил гем, хотя какая разница? Я бы тоже не палил, я бы тоже не палил. Оставить, оставить, вложи его в ВИЧ-доктора. Да, да, не палит гем. А потом постарайся удивить. Не палит гем. Всегда, даже если не сработает, даже если тебя сразу потом увидят. Ну, а мало ли, а вдруг это удивит. Сейчас возьмешь гем и все. Да, ты как бы сейчас можешь пойти поставить варды, считая, что сейчас гема нет, и они будут стоять. Ты можешь там еще и сентри натыкать, а... У Rebels сейчас есть реальный шанс удивить и, например, провести атаку в смоке. И вот он пуш. Поехали. А вот и еще марши. А вот и еще марши. И как-то уже не хочется заходить. Такой смотрит на это дело Айсберг. И думает, может быть, оно его нафиг. Съедают все варды. Тут стоит центричок. Снизу линия подпушивается, Фурион. Фурион у нас полетел, развлекать на миде Айсберг. Вот что им мешало вот так вот сделать, когда у Айсберга была Игги, что им это мешало? Подошли бы и забрали вышку пораньше, почему только сейчас? Да, это целых там много времени. Заходит под марш. Ой-ой-ой, как же больно. И Тинкера, большие проблемы у Тинкера, ну какие каски залетают, отличный умнислэш, шикарно, Крейзи. Заманил своих оппонентов, взлетает сюда Дум, дает Дум на Джиггернаута, который уже все выдал, ну в Тинкера же. Нет, Тинкера и так заберут. Да, Тинкер умирает, есть байбек. Джиггернаут уходит, но у него хилин вард, у него все в порядке. Джиггернаут живет, а Фурион ломает базу. Пошла ульта. Фурион пытается сделать ТП. Ой, Дум-то какой битый, Дум. Дум полетел, но, кстати, все равно Шачло разобрали. Паник молодец, спал свою базу. Параллельно падает Джакира. Фантастическим образом Rebels отбились, я так понимаю, это им стоило байбека на Тинкера, но с другой стороны выбили Аигис и при этом забрали Слардара с Джакира. И там очень сильно надамажили тир 3, в следующий раз Фурион так может и снести базу. Доджит все ракеты, хотя в рефракшене мог бы ничего не доджить. Хорошая драка, очень здорово, Крейзи, казалось бы... Габлак все правильно делал, бежал в Блейдмейле, Крейзи не мог блинкануться из-за этого и получал много дэмэджа, но очень здорово помогли Вичдоктор и Джиггернаут и разобрали двух героев, которые увлеклись погоней на базу. Ванскор взял топорик себе, бежит, чтобы срезать варды с топориком. Видит все, видит сейчас Габлака. Габлак... Да, Габлак тоже запалил или дан, пойдет или нет. Нет, вряд ли пойдет, потому что Ванскор здесь может быть не один вполне. Так, игра приобретает интересный оборот. Хекс на Тинкере. Уже готов? Очень скоро. Нет, еще не готов. Есть уже Мистик Стаб. Да. Уже половина, скажем так, от Хекса готова. Аскадин в Джиггернауте. Также хороший артефакт. Делает его плотнее, больнее и опаснее. Жесткая игра. Айсберг бежал, а вот Иллидан решил разделить дэмэдж. И чуть не пострадал. Тарас, нужно убежать и отхилиться. Rebels, стоит отойти. Они могут не догнать. Да, тут трейки, тут все на спринтах. Пошел и стартапчик отхилился. Паник пошел один во всех. Без забирает... байбека, Крейзи. Минус забирает 3. Тинкера, забирают всех. Как же Паник хорош на Думе. Да, просто... Always... Да, always wanna fly, double kill. Пока Слардар и Темпларочка стояли сзади. Нормальный дэмэдж. Темпларочка потом добила. Молодцы. Хороший дэмэдж, да. Джакира, ну и все. Как ты сказал, одна ошибка, падает все. Падает минимум две стороны сейчас. Да. Ну, Rebels вообще немножко странный. Зачем вот выходить Тинкера вот на такую открытую площадку, где очень легко его поймать, где просто там прыгает Слардар, прыгает Дум, вообще кто угодно прыгает, и ты тут же погибаешь. Ну, как минимум, это странно. Им нужно было дальше стараться держаться либо елочек, где можно спрятаться, забрали шачло, либо сидеть на базе и выфармливать. В ближнем бою они очень слабенькие. Так, байбек от Фуриона.
Все еще не конец. Летает Шачло на Always Wanna Fly. Ну, макропира, поднять себя в ульчик. И, кстати, так нормально, он продамаживает. Прям по всем. Да, неплохо. Ну, дэмэдж там неплохой от макропиры. Там, если на ней стоять, погибнуть можно очень-очень быстро. То, что она, конечно, 30 секунд лежит, это не так жестко, только потому, что мы подразумеваем, что все от нее отходят. Но если ты не отходишь каким-то образом, это жесть. 21-15, мида лишились, верхняя линия пока что все еще стоит. И... Ну, в принципе, Rebels, конечно, могут продолжать вот в эту свою доту играть, но, опять же, им нельзя ошибаться вообще. Дум Тараска, Фаник, просто монстр. Да, можно сказать, что им артефакты стоит покупать, потому что вот бегает Фурион, у него кулдаун на байбек, и при этом у него 4300 голды сверху. С артефактами он будет посильнее. А тут Фаник, Фаник тем временем нашел Тинкера. Crazy. А вот и Тинкер против Дума. Какая интересная игра. Дум прям охотник за Тинкерами. Блинк, Шива. Нападение на айсберга, может быть. Да, зацепил Тинкера, он не денется никуда. Да. Ну, на айсберга очень тяжело напасть, потому что у него рефракшн. И если ты мгновенно не сбиваешь рефракшн, то он просто уходит с блинка. Это механика блинка вот эта относительно новая. Она, конечно, очень сильно делает темпларку с этим артефактом. Да и многих героев. Например, Абадон, любимый герой Эксмайка, именно по этой причине, потому что дэмэдж ему не наносится. Так, ну что, взял ультимейт орб, хекс будет делать. Да, финиш. Минус вторая сторона. Ну что, будет драка у нас какая-нибудь финальная? Джаггер запрыгивает в Дума. У Дума все еще есть ультимейт. Да, Фурион падает как тряпичный в секунду. Бежит за ним айсберг. Ставится десвард, но лопается с одного удара Вич-доктор. Под Думом бегает Джиггернаут, ничего не может сделать. Фаник его здесь поработил. Выходит Тинкер, но что может Тинкер? До него доходит Слардар и забирает его с трех тычек. Минус остается, только Джиггернаут. Джиггернаут, Дум проходит, пошел мне слэш. Дэмэджа не хватает, стоит на макропире, получает Infernal Blade. Минус, я думаю, что это good game. Good game, отличное исполнение от спиритов. Несмотря на то, что Габлаку, конечно, вначале тяжко было на Баунти Хантере, но, как мы видим, он брался, видимо, для как раз-таки вот этой вот мидгейм-стадии. Все равно в начале кор-герои не страдали из-за того, что у Баунти Хантера были какие-то проблемы. Ну да, видимо, брался он для Дума, для Слардара, для Темпларочки, чтобы они бегали на МСе 522. И, как мы видели, очень легко сокращали дистанцию. Заманили все время Rebels в какие-то вот такие потасовки, где была открытая площадка, где было очень легко того же Тинкера поймать. Ну а в ближнем бою Слардар и Темпларочка не оставляли вообще каких-либо шансов. Я все-таки склонен считать, что пик был на стороне Spirit за счет вот простого исполнения. Ну что ж, на этом сегодня европейские квалификации на этом стриме подходят к концу. Предлагаю вам переключиться на первую трансляцию, где уже вовсю рубится Vega и Virtus.pro. Это также последняя серия на сегодня в Европе. Параллельно с этим третий и четвертый канал американские квалификации. Ну а для тех, кто, кому интересна лишь Европа, либо Азия, всех ждем. Завтра с утра Европа начинается, как и сегодня, в 11:00. На этом стриме будет матч Empire против Polarity. Мы также с Димой будем это все комментировать. Спасибо всем, кто сегодня смотрел. Будем прощаться. До завтра. Всем пока. Да, всем добра.